Морковь долгое время ассоциировалась с улучшением зрения, однако научные исследования показывают, что это лишь часть большой картины. Несмотря на содержание важных витаминов, одной моркови для поддержания зрения недостаточно. Морковь богата бета-каротином, антиоксидантом, который организм перерабатывает в витамин А. Он, в свою очередь, благоприятно влияет на здоровье глаз, снижает риск развития слепоты, катаракты и других заболеваний. А также помогает глазу преобразовать свет в сигнал, посылаемый в мозг, что позволяет лучше видеть при слабом освещении. Стоит учитывать, что когда в организме достаточное количество бета-каротина, он перестает синтезировать из него витамин А, следовательно, чрезмерное употребление моркови не принесет особой пользы для здоровья глаз. Есть еще одно но. Витамин А – жирорастворимый витамин, поэтому он должен поступать в организм вместе с жиром. Только тогда он полностью усвоится. Если просто съесть сырую морковку, организм не получит пользы. Получается, что грызть морковку бесполезно для глаз. Другое дело – смешать ее со сметаной. Тогда витамин полностью усвоится. Морковь действительно содержит лютеин и зеаксантин, но для покрытия суточной нормы потребуется съедать по 89 морковок ежедневно. Для поддержания зрения необходим целый комплекс витаминов и микроэлементов, включая витамины С, Е, Д, ресвератрол, омега-3. А также микроэлементы цинк, селен и медь. Только комплексный подход, включающий сбалансированное питание и здоровый образ жизни, может помочь сохранить зрение в норме. Хотя витамин А важен для здоровья глаз и обеспечивает нормальную функцию зрения, его употребление в избытке или употребление больших количеств моркови не приведет к лучшему зрению. Витамин А не является лекарством для заболеваний глаз и не помогает корректировать недостатки зрения, такие как близорукость или дальнозоркость. Лечение таких состояний требует консультации у врача и ношения соответствующей оптики, такой как очки или контактные линзы. Морковь все же остается питательным овощем, богатым антиоксидантами и полезными веществами, которые выгодно влияют на общее здоровье организма. Помимо здоровья глаз, морковь также может быть полезна для иммунной системы, кожи и пищеварения. Однако, если желаете поддерживать хорошее зрение, помимо моркови рекомендуется правильное питание в целом. А также регулярный отдых глаз, использование защитных очков на солнце и профилактические осмотры у офтальмолога. Вывод: морковь – это полезный и вкусный продукт. Однако может помочь для улучшения зрения только в случае, если его ухудшение было вызвано дефицитом витамина А. Такое случается крайне редко. Поэтому, если замечаете, что стали хуже видеть, следует обратиться к офтальмологу. И кстати, пополнять организм витамином А можно не только морковной диетой. Можно, например, добавить в рацион зелень, различные корнеплоды, помидоры, тыкву, красный перец, бобовые, яблоки и другие овощи. Большое спасибо за просмотр!